Так, друзья, пришли ко мне твиттеры, или как их там называют. Короче, пищалочки. На дверь, вот сюда вот. Вот такого вот, ну, пенопластики пришли. Там крышечки были закрыты. Нормально все дошло, ничего не поломалось. Тут вся проводочка есть. Каждая отдельно. Значит, рассказываю сразу, как подключать. Чтобы нам неудобно. Значит, и фишки не перепутаешь. Берешь фишку. Так вот вставляешь, потом вот сюда вставляешь фишку от колонки, которая в двери, а вместо того, когда входила фишка, вставляем вот эту фишку, которая от двери фишка шла, вот где она соединяется с магнитолой, вот тут эту вставляем. Получается, у нас идут настройки одни на две колонки, на пищалку и на дверь, то есть она в одной цепи. А вот этим я буду разбирать. Двери откручиваются здесь и вот здесь. И откупориваются. Там такие заклепочки будут. Сейчас поменяю все, покажу, как играет. Короче, неудобно мне было снимать одному. Решил взять такую шляпу и закрепить телефон на держатель. Где она? И показать все наглядно. Хорошо сидит. Блин, не то. Проще вот это будет. Все. Надеюсь, видно, как я и говорил, откручиваю два винтика в другую сторону. Так, открутили. Берем вот такую лопаточку. Снимаем. И отсюда вот начинаем дверь отъебать. Снял. Значит, вот это вот вставляем сюда. Так вот. Здесь вытаскиваем из колонки. Сюда свободную в колонку. Все.
блядь, вот что. Так, все, собрали, теперь на место все ставим и закручиваем. Меньше 5 минут все у меня ушло. Ну все, про все. Со всеми даже заморочками. Включаем сейчас. Надеюсь, за этот трек меня не забанят. Четко поет. Так, а в следующем видео я заказал руль с кнопками, буду ставить, скоро придет. На этом всем пока, ставьте лайки, пишите комментарии, кому что интересно, кто что не понял. Отвечу всем, всем пока.